вот мы снова находимся рядом с бассейном Мертвого моря, а с другой стороны опять гора, соляная гора с дом. Соль образовалась миллионы лет назад, когда здесь было дно моря. Море высохло, а соль осталась. В этой горе находятся пещерные системы. В двух мы уже были, и их показывал в предыдущих фильмах. Это Колонель, это Мальхам. Мальхам, кстати, находится тоже в этом же месте, где мы сейчас находимся. Там наверху вход. А сейчас мы пойдем еще в одну пещеру. Ага, охлаждение. На улице жара, а здесь приятно. Входим в зал. Здесь кто-то был. Там есть выход. Есть выход? Да, он такой. Ну, это все прошлогоднее, кстати. Вода вымыла. Да. Эта штука может упасть потом когда-нибудь. Прикольно. Бросаем стикеры, чтобы найти до дорогу домой, обратно, к выходу. Иначе можно заблудиться. Дошли, нашли перчатку и веревку, которая идет наверх. Видно, кто-то, она привязана к выступу скалы. Значит, кто-то здесь спускался сверху вниз. Только русские спелеологи. Вот именно железом. И они вкручивают шурупы. Израильские просто что-то вбивают или даже красят большую часть времени. А русские спелеологи делают так. Это с 2018 года, когда еще раз смотрели пещеру. Тут были русские ребята, которые тоже помогали. Как бы у них объединенная нация этих спелеологов. Сумасшедших людей. Я могу их понять. Ходят все, ходят. Кто-то, вот видишь, тоже оставлял маршрут. Вот эти только перчатками. Ручки. А, вторая перчатка. Перчатка, я... Нет, это я, веревка. Это веревка. Веревка. Так, туда мы не ползем, мы идем туда. Я только вот это нам подсвечу, чтобы мы видели. Камушка. Камушки еще оторвать. Да вот, соль. Вот я оторвал. О, вот соль. Просто цельная соль. Вон сверху тоже все соль. Друг на друга. Когда-нибудь доселись. Ну все, у нас один путь.
по каналу. Следы есть. Погодного. Ну, да. Это не наш. Не наш, там будет. Сёрки покушать, наверное. Мы сейчас ползем по такому каналу. Но издалека дует приятный воздух. Скорее всего, там где-то есть выход. Ветерок. Очень приятно лежать. Можно отдыхать. Мы ползем дальше. Оттуда проползли. Не, в общем, оттуда проползли. А свежий воздух дует вон из того прохода. А мы пытаемся ползти дальше. Все, ползем вперед, там зал. О, можно встать даже. Вот это классно. Вышли-ка. Достаточно большой зал. Дальше, наверное, мы не сможем проползти. Очень узко. Ну, скорее всего, потому что здесь поворот, наверное. Да, здесь мы нашли знак, и, скорее всего, нужно идти наверх. Потому что, я думаю, они бы его положили там, по логике вещей, чтобы выползать, правильно? А они поставили здесь остановку и наверх. Угу. Очень красиво здесь. Совершенно необычно. Сюда идет воздух. Вот мы снизу прошли, уперлись в завал. И теперь вот по этому ходу поднялись выше. И идем. Есть там дальше проход. И что-то есть очень интересное. Вау. Сейчас мы это посмотрим. Вверх мы сможем посмотреть. А внизу? Слушай, внизу там на самом-то деле куда-то все уходит. Попробуем спуститься? Попробуем спуститься? Да, потом мы поднимемся тут без веревки просто. Вот в чем прикол тут. Смотри, подожди, прежде чем ты спускаешься вниз, вон там вот есть еще что-то. А, там тоже может быть искать. Смотри туда наверх лучше. Наверх. Да, здесь вода текла сверху. Прям, по-моему, такими. Ого. Слушай, там прям вообще пещера пипец. Там прям зал огромный. Да, сейчас я мы его. Здесь внизу есть он другоход, а наверху. Пещера продолжение с залами. Нету? Нет. Вниз? Вообще никуда. В итоге, обследовав участки пещеры, посмотрели в том выходе, посмотрели возможность идти дальше, но пока возможности нет, поэтому веревки нет, спуститься мы не можем, обследовать дальше ниже мы не можем, поэтому решили пока вернуться. И вот здесь мы тоже были, там завал. Поэтому решили вернуться назад и подняться по веревке, которую мы видели, наверх.
мы возвращаемся с того прохода. Изначально шли оттуда, а сейчас мы решили наши следы, которые идут более левее. И вот здесь вот в такой нише мы нашли очень интересную вещь. О! Скелет. Скорее всего, шикарно. Да, он, скорее всего, залез тут. И тут помер. О, большой. Ну да, не маленький. Так что в пещере много интересного. Можно идти. Приходите в пещеру, найдите свое увлечение. Найдите своего шакала. Если хочешь еще красиво указывать, то это не я. Сейчас, мы наверх. Слушай, у меня прям какой-то седой весь. Он тоже шерсть у него так после смерти становится. Сейчас я попробую подсветить туда, чтобы было видно, да куда это все. Сейчас я наверх ставлю. Вон, смотри. А мы не оттуда? Не там были? Не. Мы были справа, это слева. Но там тоже большой зал, как получается. С такой дырой на вниз. Я ж поэтому и говорю, может мы ползем по самому нижнему уровню, а нам надо на уровень выше подняться. А ну как, мы же не можем. Ну вот через не те входы. Может быть. Ну смотри, ну и там же тоже есть пещера. Вот в этом-то и прикол. Здесь не только, здесь вон и входы, есть боковые ответвления. Ну боковые, ладно, с меньшей интересует. Но там есть залы наверху, то есть нам надо как-то попасть в эти залы без веревок. И скорее всего там мы найдем эти комнаты. Потому что туда дальше некуда, там только с веревками мы тут не ходили. Ладно, ползем дальше. Мы дальше доползли, вернулись до веревки. Сейчас 11:30. Мы в пещере находимся где-то около полутора часов, немножко меньше. И сейчас хотим по веревке подняться наверх. А наверху большой зал и освещение. Скорее там есть нет, выход, по-моему. Слева вон там еще зал. А, и слева идет еще один зал. А вон там что-то такое темное. Что это такое темное? Что? Да, наверху или сбоку? Наверху. Наверху это дыра. Вот это вот. А, это дыра. Просто дыра. Ну что ж, ползем наверх. Только не делай страшные кадры. Да, с этим камнем будет страшный кадр. Будет на последний кадр. Страшно. Доползли до верха. Видим какой-то выход. Свет. Много. Да, мы к выходу еще не идем, рановато. Ага. И много очень следов. И следы идут все наверх. Теперь попробуем идти наверх. И везде вот такие видим, встречаем обозначения. А приползли мы, пришли вон оттуда. Ползем наверх, ведь есть указатели. Значит, мы где-то в правильном направлении. Такой огромнейший зал. А на земле следы мышей.
и летают мыши. Они где-то живут там. Там должны быть летучие мыши. Есть много летучих мышей. Вон они, вон сидит летучая мышка. Где они еще? Там видишь, там где много цементов снизу. И вот на ищах смотрю. Ага. Вот она вылетела. И пищит. А вон она спряталась. А здесь сверху пробивается вода. Сейчас мы идем вниз. Вот это был страшный момент. Почти падение. Засыпано. Может, они сюда приходят смотреть летучих мышей? Ага. Вот этот лист соли, скорее всего, съехал сверху. И вот такая вот огромная пещера. Огромнейший зал, красивый. Просто красавец зал. А сейчас мы пытаемся посмотреть, что находится снизу и куда выход. Мы были вон в этом зале, только сверху, а потом обошли по нашим стикерам. Вот здесь мы проползли и вышли к этому же обвалу, к этому же выходу. Теперь попробуем выйти на улицу. Посмотрим, что там, где выход, сможем ли там спуститься. Вообще, просто прекрасно здесь. Очень нравится мне. Вот. Там были, спустились по низу, поднимаемся и пытаемся выйти здесь. Очень красиво. А вот здесь соль. Соль, вода текла, растворила соль и остались такие соляные подтеки. А наверху, в принципе, очень опасное расположение. Вот такие вот глыбы, которые в любую минуту могут обвалиться. Маленькая... Или вода, или дожди пойдут. Здесь, скорее всего, был уже обвал. Вот эта глыба, скорее всего, рухнула. Ну, пытаемся выйти на свет. Вышли на поверхность. Пошли в этом домике, как бариком называется. На самом деле это же жилые дома Ямамела. И они уходят каждым годом все больше и больше песок, поэтому все меньше. Вот такая гора с дома. Очень красиво. И вышли мы оттуда. Все, а теперь... Спускаемся к нашим машинам. Вы смотрите наш канал? Вам нравятся наши фильмы? Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет!